Всем привет! Мы в Фикс-Прайс, город Каменск-Уральский. И в наш Фикс-Прайс привезли вот такую крутую новинку – пятибуки. Привезли 4 вида. Размер пятибука самый оптимальный – 11 на 15. Обложка гладкая, очень приятная на ощупь. Обложка твердая и только один в мягкой обложке. Листы белоснежные, плотные. Край листа крашен голубым цветом. Очень приятное сочетание белое с голубым. Пятибуки – это мегапопулярные дневники на 5 лет с вопросами на каждый день, которые покажут, как меняешься ты и твоя жизнь. Ты всегда сможешь узнать, что происходило с тобой ровно 1, 2, 3, 4 года назад. Меня интересовали вопросы, какие тут есть. Давайте попробуем, посмотрим наугад. Когда в последний раз я встречалась с друзьями? Какая проблема взволновала меня сегодня? Что необычное сейчас лежит в моей сумочке? Все пятибуки очень разные. Выбери свой. Посмотрите, сколько привезли летних шляп. Размер панама женская, размер 58. Цена 99. Расцветки разные. Шляпа детская, объем головы 52 сантиметра. Состав 95% бумага, 5% полипропилен. Лента 100% полиэстер. Эти шляпки для мальчиков. Производитель Китай. Шляпка для девочек. Объем головы 52 сантиметра. На обратной стороне шляпки вот такой красивый бант. Состав 90% бумага, 10% полиэстер. Изготовитель Московская область. Красивое переплетение. Цвета разные. Голубой, бордовый и бежевый с малиновым. Бейсболка детская. Обхват головы 50-54 сантиметра. 50% хлопок, 2% вискоза, 2% полиэстер, пряжа, сталь. Московская область, изготовитель. Козырек очень плотный. Вверху пуговка. В продаже появился вот такой универсальный бокс, средний, две секции. Материал полипропилен. Можно использовать такой бокс для пищевых продуктов. Цена 199 рублей. Два отделения, выдвигается очень легко. Есть еще такой универсальный бокс оранжевого цвета. Очень красивый оранжевый цвет. Для чего можно приспособить такой контейнер? Ну, может быть, для печенья, для конфет. Напишите, пожалуйста, в комментариях свое мнение. Шампур угловой, размер 450 на 10 на 0,8 мм. Материал сталь. Края острые, будут хорошо протыкать кусок мяса. Шампуры в целом неплохие. Цена 12,70. Нормальные шампуры. Новый дизайн коврика антискользящего. Размер 30 на 20. Состав полипропилен, полиэтилен. Цена не указана. 51 или 55 рублей. Фикс-прайс привезли сумку-холодильник. Сумка на двух ручках. Крышка закрывается на замочек. Состав полиэстер, пористый полиэтилен, метилизированная алюминиевая пленка. Цена 99 рублей. Я бы сюда положила еще такие кассеты, которые надо охлаждать в холодильнике. Есть еще вот такая расцветка. Набор носовых лотков, цена 55 рублей. В наборе 3 штуки. Расцветки разные. Материал 100% хлопок. Появился новый вариант банки для сыпучих продуктов с дозатором. Объем 1,5 литра. Верхняя крышка открывается с двух сторон. Пока она новая, она очень плотно, тяжело открывается, но потом разработается, будет полегче. Здесь отверстие для высыпания сыпучих продуктов. Для чего тут решеточка, пока непонятно. Ее очень удобно держать за края. В целом баночка мне понравилась. Завезли блокноты с блестками. Посмотрите, какой дизайн. Состав полиуретан, ЭВА, бумага. Цена 199. Производитель Китай. Посмотрим новинки в хозяйственных мелочах. Контейнер винтовой. 0,66 литра, 18,30. Разных расцветок. 0,33 литра поменьше. 13,70. Столовые приборы. Вилка, ложка с разноцветными пластиковыми ручками. Пластик трех цветов. Коралловый, зеленый и серый. Все по одной цене 27,50. Овощечистка с керамическим лезвием. Первый раз вижу керамическое лезвие. Кто пробовал такую или нет, отзовитесь.
Цена 55 рублей. Венчик 55 рублей. 77 рублей вот такой крупный венчик. Состав нейлон и нержавеющая сталь. Много венчиков разных. Вот еще один венчик с деревянной ручкой. Размер 31 на 6 сантиметров. Состав дерева, силикон, нержавеющая сталь. Фирма Kitchen, Китай. Большое разнообразие половников. Первый раз такие вижу. Состав нейлон и термостатическая резина. Не знаю, как-то мне не очень такие половники. Тут вот краска измазана некрасиво. Интересная новинка. Посмотрите, какие ланчбоксы привезли. Цена 77 рублей. Ланчбокс тренера. Как приручить дракона. Состав полипропилен. Изготовитель Москва. Есть два варианта. Белый и темно-синий. Двух цветов. Ой, какие славные кружки. Чашки 310 мл. Цена 77 рублей. Томаты. Морковь. Зеленый горошек. Баклажан пузатый. Рисунок односторонний. Материал фарфор. Кружка немножко другой формы. На каждой кружке своя надпись на английском языке. Цена 77 рублей. Произведено в Китае. Вот меня очаровала такая кружка. 310 мл. Тоже фарфор. 77 рублей. Рисунок односторонний. Внутри голубой цвет. Цена 77 рублей. Вот интересная кружечка ромашки. Правда, краска тут не очень хорошо прокрашена. Наплыв краски вверху. Держатель для тарелок. Высота 19 сантиметров. Диаметр 12 сантиметров. Материал нержавеющая сталь с хромированным покрытием. На рисунке показано, как тарелки располагаются. Цена 77 рублей. Совершенно очаровала меня вот такая корзина для фруктов в виде яблока. Цена 199 рублей. Мелкая сеточка. Диаметр 23 сантиметра, высота 25. Состав железа, полипропилен. Два цвета. Есть еще зеленый цвет. Здесь вот у зеленого как-то мне качество не очень понравилось крышки. Неаккуратно обработано какие-то необрезанные части. Красное мне больше качество понравилось. Так что смотрите внимательнее, выбирайте. Появилась в продаже коробка складная. Размер 22 на 18 на 10. В упаковке 6 пластиковых деталей, из которых вы самостоятельно соберете свою коробку. Состав полипропилен, нержавеющая сталь. Цена 99 рублей. И вот так будет выглядеть ваша коробка для рукоделия. Вот такой вариант коробки складной для хранения. Состав нетканый материал, картон. Цвет голубой. Привезли очень много пляжных полотенец. Рисунок самый что ни на есть летний морской. Полотенце пляжное. Цена 199 рублей. Размер 70 на 140. Материал 100% полиэстер. Полотенце тоненькое. Рисунок с одной стороны. Есть несколько вариантов рисунков. На этом полотенце рисунок. Пляж, пальмы, голубое небо, песок. Полотенце в большое разнообразие. Вот полотенце махровое, пестротканное. Цена 77 рублей. Размер 30 на 60. Состав 100% хлопок. Цена 77 рублей. Расцветки разные. Вот такая расцветка очень мне понравилась. Красная на желтом. Вот интересное полотенчико однотонное с такой аппликацией. 55 рублей. Размер 40 на 63. Состав 70% хлопок, 30% полиэстер. Есть еще вот такие рисуночки. Вот подороже полотенце 99 рублей. Размер 47 на 78. Тоже махровая. Посмотрите, какая у него окантовочка. Вышито как будто золотом.
Состав такой же. 70% хлопок и 30% полиэстер зеленого цвета. Салфетка 30 на 30 маки. Купальник женский, 199 рублей цена. Состав 50% полиэстер, 45% полиамид, 5% эластан. Производитель Китай. Черный красивый. Тоже 44 размер. Здесь я нашла 46 размер. Такой рисунок. Еще один размер посмотрим. Вот тоже 46 размер. Посмотрите, какая интересная косметичка. Большая, объемная. Сверху широкая ручка, удобная. Состав полиэстер, нейлон, сталь. Но внутри одно отделение. На крышке имеется вот такой сетчатый кармашек с замком. Прошито аккуратно. Цена 199 рублей. В нашем фикс-прайсе всего две расцветки косметичек. Размер не указан. Такое впечатление, что правая косметичка по высоте сантиметра на два больше. Так что приходите, выбирайте. Очень славные горшки для цветов привезли. Цена 77 рублей. Расцветка разнообразная. Материал доломит. Такие же горшки для цветов, побольше размером. Цена 199 рублей. Очень красиво и ярко смотрится. Понравилась мне вот такая игрушка «Водяная помпа. Животный мир». Отлично подходит для игр в бассейне, на море и любых водоемах. 99 рублей. Музыкальная горка. Увлекательная горка со светомузыкой. Цена 199 рублей. Динозавры поднимаются по лестнице и весело спускаются вниз. Еще есть такая же музыкальная горка, чуть-чуть другая. Три фигурки также. Цена такая же 199. Мяч антистресс. Вот так он светится от удара. Славные мячики с блестками и со светом. Цена 55 рублей. Интересный фонарь кемпинговый. 99 рублей цена. Возможность регулировать яркость света. Вот этой кнопочкой регулируется свет. Две ручки вверху. Фонарь светодиодный с компасом. Фонарь предназначен для использования в хозяйственно-бытовых целях. Световой поток 120 люменов. Мощность 1 Вт. Чтобы включить-выключить фонарь, нажмите кнопку на его корпусе. Интересная новинка – компьютер велосипедный. Батарейка в комплекте. Цена 199 рублей. Функции. Текущая, средняя скорость и их сравнение. Общий пробег. Продолжительность текущей поездки. Дистанция, пройденная за текущую поездку. Режим часов 12-24 часа. Автовключение, выключение. Напоминание об обслуживании. Установка единиц измерения, километража, километр или метр. Велосипедный передний фонарь. Вот тоже хорошая штучка. Цена 77 рублей. Три режима свечения. Интересная очень бутыль, емкость для воды. 199 рублей. На бутыли расположено деление. Очень удобно складывается ручка боковая. Крышка вот так откидывается и держится на бутыли. Очень плотно закрывается, не протекает. Бутылка 2700 мл. Гель-бальзам для мытья посуды. Алтайская морошка. 1700 мл. Цена 99 рублей. Эффективное средство для мытья посуды и кухонных принадлежностей. Удаляет жир в холодной воде, полностью смывается водой. Мягкий для кожи рук, имеет приятный аромат. Есть вот такой гель-бальзам для мытья посуды, папайя, 1200 мл, 55 рублей. Мягкий для кожи рук, быстро и эффективно растворяет жир. Изготовитель Россия. Гель для стирки черных тканей, 1 литр, 55 рублей. Цветочный аромат, подходит для любых типов тканей, экономичная упаковка. Для ручной машинных стирок при температуре 30, 40, 60 градусов.